полицию Рославля с заявлением о грабеже обратилась местная жительница. Потерпевшая рассказала, что злоумышленник был наглядно ей знаком, и она сама впустила незваного гостя в дом. Мирная беседа между ними переросла в конфликт. Он начал угрожать, а затем, увидев кошелек, схватил его и убежал. Сотрудники уголовного розыска в течение получаса установили личность злоумышленника. Им оказался 42-летний неоднократно судимый житель Рославля. При нем оперативники обнаружили похищенный кошелек и часть денежных средств, которые он не успел потратить. В отношении подозреваемого следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Рославский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.